M1 Global presents. Мы находимся на турнире M1 Challenge 61, битва нартов, Назране, Дамир Смагулов. Дамир, вот такое обидное поражение, как видишь, в чем причина? Если честно, я не знаю, в чем причина. Я хотел подраться не получилось. Соперник очень грамотно подошел, тактически правильно. Я думаю, я неправильно готовился. Во-первых, здесь воздух другой, высота немного другая. Из-за этого все забилось, подраться как следует не получилось. Это, думаю, не последнее мое выступление здесь. Я еще вернусь сюда, буду в два раза сильнее. Расскажи, вот сейчас как будешь проводить время? Возьмешь перерыв или продолжишь тренировки? Когда хотел бы уже следующий бой провести? Следующий бой, я думаю, проведу, когда будет возможность. А так я, в принципе, готов. Я не скажу, чтобы устал здесь сильно или еще что-то. Будет небольшой стресс, небольшой спад, но я думаю, через неделю я уже приступлю к тренировкам и буду готов к новым стартам. Ну вот что бы ты изменил в своей подготовке после этого боя? Какие бы внес изменения в нее? Если честно, я не помню свой бой с третьего раунда. Немного сам себя не сдержал, полетел, то ли хотел подраться, то ли что, то ли еще что-то. В общем, я не помню третий раунд, что и как там было. Слишком заряжен был на бой. Я пересмотрю, сделаю выводы, учту ошибки, чтобы в следующем бою их было намного меньше. Буду потихоньку работать. Думаю, в скором времени все получится. Расскажи, кто помогает тебе в подготовке? Тренеры? Как строился процесс тренировочный? Честно говоря, именно к этому бою было очень много проблем. Это и травмы, и где-то что-то не получалось. Помогают мне мои тренера, мои друзья. Тренера — это Синтаев Алмат, Фунтиков Игорь. Также огромную поддержку оказывает президент Федерации Мариенбуржа, это Фролов Виктор Петрович. И также мои друзья, которые помогают мне, с которыми я работаю на протяжении уже достаточно долго. Дамир, спасибо большое за интервью. За тебя многие болели, я уверен, и в интернете смотрели, и по телевизору. Может быть, несколько слов болельщикам? К сожалению, сегодня не получилось выиграть. Я думаю, в следующем бою все получится. Конечно, за меня очень много кто болел. Весь Казахстан, Уральск, Оренбуржье, все за меня болели. Я знаю это, и я это ценю. Спасибо вам огромное. Думаю, в следующий раз все получится. Спасибо. Спасибо большое.